Всем привет, с вами Информ ТВ. Олеся Садзиловская стала известна российским телезрителям по сериалу «Остановка по требованию». Но у актрисы есть немало и других ролей в театре и кино. Олеся снялась в более чем полусотни картин. А личную жизнь ее тоже можно назвать успешной. Актриса встречалась с одним из самых богатых людей России – Сулейманом Керимовым. Это были недолгие отношения, лишь эпизод, как позже охарактеризовали их друзья актрисы. Олигарх известен своей любовью к звездным женщинам. Если верить слухам, он встречался с Анастасией Волочковой, Тиной Кандилаки и Жанной Фриске. Несколько лет Олеся Судзиловская прожила в гражданском браке с бизнесменом Сергеем. После появления сына Артема в 2009-м пара официально оформила отношения. То ли миф о том, что штамп в паспорте разрушает отношения людей, то ли другие факторы повлияли на влюбленных, но в семье начались раздоры. Супруги тщательно скрывали от прессы, что в их союзе творится что-то неладное, но в 2011-м они рассорились на глазах у коллег и журналистов. Журналисты подумали, что за этим последует развод, но нет, пара наоборот решила расширить свою семью. В 2015-м стало известно, что актриса снова беременна. Олеся и Сергей старались как можно меньше обсуждать это событие и даже отказывались открыть пол ребенка. В начале 2016 года родился второй мальчик, его назвали Майк. Сейчас актриса ушла в декретный отпуск и все свое время уделяет подросшей семье. Если вам понравилось наше видео, ставьте лайки, подписывайтесь. Удачи!